без приказ, если я не указ, не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, указ Порошенко, я его сегодня читал, относительно военным выдадут льготное жилье в Донецке, Луганской, в Донецкой и Луганской Народной Республике, там после победы, после того, что здесь произойдет, то есть людей еще мотивируют таким образом. Кроме того, что вы получаете деньги, после победы вы придете и в эти квартиры, где жили люди, там, ну, семьи, вы заселитесь туда и будете жить. Почему? Потому что вы с руками, в руках с оружием их уничтожили. Пожалуйста, вот вам денежки. Понятно, вот вам сами квартиры. Добыли себе квартиру. Да. Спрашивают у одного бойца по украинским новостям, почему ты пошел воевать на Донбасс? Ему сказали, мне пообещали землю, дома 5 рабов. Да, да, да. Вы же понимаете, о чем идет речь. Они идут сюда, кажется, завладеть нашей землей и сделать нас рабами, чтобы мы на них работали. Вы что, не знаете об этом, что ли? Донбасс – это Донбасс, Новороссия – это Донбасс. Вернее, Новороссия – это Новороссия, это Донбасс, здесь – это Донбасс. Новороссия ведь на самом деле это если вот немножко по уйти в историю, да, то по своему рождению это дочка Малороссии и Российской империи. Вот. А Донбасс – это такая немножко тоже обособленная идентичность, это дочка Новороссии и Советского Союза. Сказочный долб. Зачем его только из больницы выпустили? Вы что, не знаете об этом, что ли? Вчера, перед отъездом сюда, я получаю звонок от своей знакомой из Краматорска. Это на той территории, оккупированная территория. Я с ней полторы недели не разговаривал. Она говорит, я только что вышла из психбольницы Краматорска. Ее в магазине за то, что она говорит, ну, положительные эмоции высказывала в адрес Донецкой Народной Республики. Ее забрали в магазине, привезли в Краматорскую, я подчеркиваю, Краматорскую психбольницу, приковали к постели. И 4 дня прикована. Она говорит, я не могла в туалет сходить, я не могла воды попить. Через каждый час приходили и выбивали дурь. Просто дурь несусветная. Дурь, конечно, полная. Дурь наша российская. А рядом в палате были привязаны люди из Авдеевки, из Амросевки. Это под нашей территорией, на нашей территории находится. Те, которые уехали туда, ну, вроде бы как там пенсию получить, а их в армию там начинают призывать. Их зовут к себе, говорят, идите, освобождайте свои дома, идите, воюйте против своих городов. Они не хотят. Их приковывают к постели и начинают воспитывать. Вы что, не знаете об этом, что ли? Вы фашисты! Украина! Украина бандеровская! Галицийская, волынский национализм уничтожает русский народ! Это мы! Объясню, да. Себя дома, это я мы! Его. Да, поэтому мы принимаем украинцев! Ехать на свой, майдан! Выкупил, сука такая! Еще он меня толкает! Спокойно? Я дам вам сейчас всем спокойно! Обожрали все сало, все свои маски зажировали, поэтому так себя ведут. Что ж такое? Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс. Всем привет. С вами передача «Простой вопрос», и я ее ведущая Мария Катасонова. На радость людям, на смерть врагам, с Рождеством, с Новороссией. Враг будет разбит, победа будет за нами. А если мы будем проигрывать, мы уничтожим весь мир –